Друзья, всем привет! 9 часов утра. Ехал к себе на дачу и по дороге обратил внимание на желтое поле, усеянное все цветами желтыми. Я сначала подумал, что это кто-то что-то посеял, но когда я подошел поближе, сфотографировал вот эти вот растения, эти цветочки, и ввел в приложение, которое распознает растения, то выяснилось, что это растение является ослинником двулетним. Ослинник двулетний является легким медоносом. Ну, легким, это я так уже придумал, слабым медоносом, но все же медоносом. С 1 гектара зарослей вот такого вот растения, ослинника двулетнего, пчелки могут собрать 40 килограмм меда. Немного, очень немного, очень даже маловато по сравнению с другими медоносами. Но все же, когда есть вот такое огромное поле, в принципе, это еще один плюсик, так сказать, в медоносную базу. Ослинник двулетний является сорняком. Вот вы видите, здесь ничего на этом поле сейчас не сеется. И вот как-то вот он распространился, размножился. Пчел я пока не вижу. Может быть, потому что еще рано. Но, кстати, цветочки еще даже на нем призакрыты. А летают шмели. И, кстати, они летают и опыляют. И пчелки, кстати, летают. Вот тут среди ослинника двулетнего еще и зверобой цветет. И только что видел, что пчелки летали и опыляли зверобой. Кстати, можно собирать и сушить. Сейчас я это, наверное, сделаю. Тут столько зверобоя. Очень полезная травка. Само даже название зверобой убивает всякого зверя в вашем организме. Вот такой вот красивый букетик зверобоя продырявленного я насобирал буквально за 5 минут, ребята. Считается, травка лечебная от 99 болезней. Так что, если вы увидите ее, друзья, не поленитесь ее нарвать. Сделайте запас на зиму, так сказать. Ну а пчелки со зверобоя в основном собирает пыльцу. И вот я еще остановился у дороги, так как меня, как и пчелу, привлек синеватый цвет вот этих вот замечательных цветочков. Это перед нами, перед вами, передо мной, как хотите, синяк. И на нем летают и шмели. Вот такие огромные шмели и мухи всякие разные. И пчелки, конечно же. Сейчас мы найдем тут пчелок. 9 часов утра, 24 июня. Цветет синяк. Растет вдоль дороги. Считается как сорняк. Но очень хороший медонос. Честно говоря, не помню, сколько дает он нектара с 1 гектара. Но является очень ценным медоносом. И гудеж здесь стоит хороший.
пчелка. У нас прошли дожди. И думаю, что выделение нектара сейчас хорошее, когда есть влага. А вот так вот цветет гречиха. Кто-то у нас в селе, на краю села, посеял гречиху. Я так с краю поля пройду, посмотрим, как тут пчелки посещают. Гудят. Вот так вот выглядят цветочки гречихи. Тоже видно, поле задисковалось. Видно, что растет сорняк, но тем не менее посеяли гречиху, и она здесь благополучно цветет. Это ирга. Очень полезная и вкусная ягодка. Смотрите, ее здесь просто море. Друзья, ослинник двулетний или энотера также обладает лечебными свойствами. Его другое название еще ночная свеча.